Академия Каракорск. На сцене команды КВН Петровский бульвар, а ты и ДГТУ. А свое выступление хотелось бы начать со слов великого поэта Пушкина, который... Эй, беженцы, вы что здесь делаете? Мы вообще-то тут в КВН играем. Не смеши мою обсаженную приору, понятно? Меня, короче, Аташка зовут. Я, короче, с вами играть буду вот с этой микросекунды. Давай, есть что я за кулисами? Что это за лох вышел? А, ты смотри, ты смелый, о! Ты это кому сказал, братан? Ты что, смелый, что ли? Ловкий! Умелый! Джунгли тебя зовут. Это не шутки тебе. Это песня. А ты сообразительный, давай начинай. Да я смотрю, ты неугомонный. Ты сейчас это опять мне сказал? А ну, подержи его. Давай, братишка, делай вещи. Сам лох. Это не шутки тебе. Это наезд. Давай, давай. Ну что, Наташка, готов? Поехали, поехали, поехали. Случай в школьном дворе. Да ты чё, ты чё, успокойся. Ребята, ребята, прекратите, что вы делаете? Что скажет ваш классный руководитель, если это увидит? Я все вижу, это по делу, Миша, давай, давай. Ай, молодец. Собеседование, которое закончилось после первого вопроса. Здрасте. Здравствуйте, как вас зовут? До свидания, Миша. А у нас неожиданная проверка в школе. Я тебя сказал, отойди, ты что сегодня, я тебя помню. Здравствуйте, вы директор этой школы? Да, здорово, братан. Здравствуйте. Что вы делаете? Извини. Да не боясь. Да я что сделал? Мы закрываем вашу школу. А что случилось? Нормальная школа, Ля. Вы коньяк в чай добавляете. Так это ж правильно, ты посмотри на наших детей. Они веселы, бодры, эмоциональны. Леночку, поднимите, пожалуйста. На статистику посмотри. Лучшая посещаемость в районе. Не, ну это понятно, ну поймите, по-новому... Тихо, тихо, играл... тихо, мне звонок надо дать. А этот звонок посвящается 11-му А. Сынок-ка. Что такое? Что вы делаете? А что вы делаете? У меня 500 рублей на дороге не валяются. Дайте мне 500 рублей, я в другую поставлю. А пока что. До свидания. Всем девушкам это знакомо. Представьте, парень, который немного приблизился к цели купить приставку. Сына. Да, пап. Сына, сюда иди. Что? Вот тебе 100 рублей. Угу. Купи хлеба, молока, селедки и пачку сигарет. Сдачи можешь себе оставить. Как известно, собака лучший друг человека. А ну-ка, Пушок, голос. Умница, хороший песик. Эстебан. Дим, а ничего, что это бомж? Эстебан, это правда? Да упаси Господь, какой я бомж, ты че? Он видит. И не важно вообще-то, какая она, какой породы. Главное, чтобы у него... Волосатая пузика, волосатая пузика, волосатая пузика. А у нас в Азовском районе уроки английского языка проходят, ну, примерно вот так. Ну что, дети, как говорится, hello. Берем свой хэн, свой пен и записываем эксесайз. Галина Цибарка была дуже большая. Excuse me, я опоздала. О, Лущенко.
у меня к тебе два вопроса. Где ты была? И вот он тут, мазафака, нигер. Я кормила чикен. In English говори. I have breakfast. Для курей. Для курей, конечно. Седал за Тамара Федотовна, что такое? А можно выйти? Не, первый придет, потом ты выйдешь. Так он в армию ушел. А меня это не колышет. Тамара Федотовна. Что такое? А это правда, что вы были в Англии? Yes, of course. Тамара Федотовна. Ай. И вы видели Эйфелеву башню? Yes, of course. Тамара Федотовна. Да что ж такое? А как будет по-английски балаболка? А вот это домашнее задание. Записываю. Молодцы, мои хорошие. Дорогие друзья, закончится игра, все разъедутся по своим домам, и лишь одна маленькая, но очень гордая птичка... Рустам, что ты чешешься? А у меня просто аллергия на хорошее выступление вот на этот песок. Давайте заканчивать, а то я сейчас расчешусь весь. С вами была команда «Гон Петровский бульвар» от ИДГТУ. Спасибо! Широко, друзья! Эй! Спасибо Петровскому бульвару! Они завершили.